8 февраля в парке Раздолье пройдет фестиваль зимних видов спорта «Ловкие, быстрые, смелые». В соревновательной программе катание на сноутюбингах, игра в дартс, стрельба из лука, массовые забеги, а также мини-футбол для старшего поколения, активное долголетие. Мастер-класс по танцевальной аэробике и открытая спортивная тренировка. Все жители могут присоединиться к фестивалю, чтобы получить заряд бодрости и положительной энергии.